Добрый день. Прошу помочь с переносами. Текст был в одной колонке, я его разбил на две. Но перенос отвратительный, пробелы между словами огромные. Иду в настройки переносов. Ничего не помогает. Вставлял зону побольше, поменьше. Это не имеет никакого значения. Язык выставлен русский, но много нерусских слов. Следовательно, они вообще, конечно, не переносятся. Но это еще отдельный вопрос. Что я делаю? Я не знаю, как это сделать умно. Значит, грамматики. Shift Enter. Вручную вставляю тире. Не влезает. В ширину поменяю, например, на минус 5. Влезло. Здесь правильнее. Не знаю, влезет, не влезет. Не влезет. Получается, вот так руками иду, и вот вылизываю весь текст. Нету нормального способа проставления. Тем более, что если поменяется ширина колонки, у меня же все эти мои вручную вставленные тирешки останутся. Я не помню, есть ли какой-то метод, как вставить soft return, то есть такую штуку, которая, если что, она потом и уйдет, когда она будет не нужна. Собственные. Почему сам дизайн, шестой дизайн, не может разбить слово собственное на две части? Что у него нету нормальной хунспеловской библиотеки? Ну и что это такое? Все подчеркнуть я и самому. Это не помощь. Почему такое слово не разбивается? В чем дело? Прошу помочь. Спасибо.